Добрый день! С вами Наталья Рожнова, и вы на канале Натали Той Джой. В прошлом видео мы с вами вместе начали вязать маму-свинку и сделали вот такую голову для нее. А сегодня займемся телом. Итак, приступим. Для того, чтобы связать тело, возьмем пряжу розового цвета. Первый ряд 6 столбиков без накидов кольцо амигуруми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо и прокладываем нить контрастного цвета. Второй ряд 6 прибавок, то есть в каждую петлю предыдущего ряда вяжем по 2 столбика без накида. Третий ряд 12 прибавок. Четвертый ряд. 3 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Пятый ряд. 4 столбика без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Шестой ряд. 5 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Седьмой ряд. 6 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Восьмой ряд. 7 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз.
Девятый ряд. 8 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 6 раз. Последнюю петлю этого ряда, то есть последнюю прибавку, мы провязываем не до конца, для того, чтобы сменить нить на оранжевую. Возьмем нить оранжевого цвета и ею довяжем до конца. Вот так. Видите? Теперь нить розового цвета обрежем. Она нам больше не пригодится. В следующем ряду мы их закрепим, эти ниточки, чтобы потом в дальнейшем, после наполнения игрушки, они у нас не вылезли наружу. Вяжем 10 ряд. 13 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 4 раза. Закончили 10 ряд, теперь приостановимся и закрепим 2 ниточки, оранжевый хвостик и розовый хвостик. Свяжем их 2 узелочками, чтобы у нас в дальнейшем не образовывалось никаких отверстий и ниточки не вылезали из игрушки. Все, продолжаем вязание. Теперь вяжем 11 ряд, 56 столбиков без накида за заднюю стенку петли. Двенадцатый ряд. 12 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 4 раза.
13 ряд. 52 столбика без накида, без изменений. Четырнадцатый ряд. 11 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 4 раза. Пятнадцатый ряд. 48 столбиков без накида, без изменений. Шестнадцатый ряд. 10 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 4 раза. Семнадцатый ряд. 44 столбика без накида, без изменений. Восемнадцатый ряд. 9 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 4 раза. Девятнадцатый ряд. 40 столбиков без накида подряд. Двадцатый ряд. 8 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 4 раза.
21 ряд, 36 столбиков без накида подряд. Двадцать второй ряд. 7 столбиков без накида, 1 убавка, 4 раза. Двадцать третий ряд, 32 столбика без накида подряд. Двадцать четвертый ряд. 6 столбиков без накида, 1 убавка. Повторить 4 раза. Двадцать пятый ряд, 28 столбиков без накида подряд. И последний, 26 ряд, 5 столбиков без накида, 1 убавка, повторить 4 раза. Закончили вязание, обрезаем нить, оставляя хвостик для пришивания головы к телу. Вытягиваем нить. Вот что у нас получилось. Теперь это тело необходимо набить наполнителем. Набиваем очень плотно, чтобы на ощупь оно было твердым. Вот мы набили тело наполнителем. Старайтесь распределить наполнитель таким образом, чтобы дно было более плоским, не таким закругленным. Теперь необходимо довязать подол платья у мамы свинки. Для этого сначала мы вытащим нить контрастного цвета, но не до конца, а до 11 ряда, который мы вязали за заднюю стенку петли.
переворачиваем тело вверх дном и обратим внимание на 11 ряд. Первая петля 11 ряда теперь для нас станет последней, а последняя первой. Присоединим пряжу оранжевого цвета к 11 ряду. Для этого вводим крючок за переднюю стенку последней петли, захватываем пряжу и выводим. Оставляем хвостик. Мы его потом спрячем. И вяжем первый ряд подола платья, 56 столбиков без накида, за передние стенки петель 11 ряда. Второй ряд. 56 столбиков без накида подряд. Третий ряд, 13 столбиков без накида, 1 прибавка, повторить 4 раза. Четвертый ряд, 60 столбиков без накида, без изменений.
Пятый ряд. 14 столбиков без накида, одна прибавка, повторить 4 раза. Шестой ряд. 64 столбика без накида подряд. И последний седьмой ряд. 15 столбиков без накида, одна прибавка, повторить 4 раза. Закончили вязание, обрезаем нить. Оставляем небольшой хвостик, чтобы можно было спрятать. Вытаскиваем ниточку. И теперь необходимо вытащить нить контрастного цвета. Все. У нас с вами осталось два хвостика от подола, первоначальный и конечный. Сейчас мы их спрячем. Для этого вставляем нить в иглу и вводим иглу в полотно и выводим в том месте, откуда у нас выходит первоначальный хвостик.
Вот так сквозь полотно мы продеваем иглу с нитью. Здесь нам пригодятся пассатижи. Теперь делаем два узелочка, связывая два хвостика друг с другом. Один, второй. И прячем хвостики внутри тела. Вводим иглу в тело, затягиваем немножечко, чтобы узелок ушел внутрь. И теперь запутываем оранжевую ниточку в наполнителе. То же самое делаем со второй ниточкой. Она коротенькая, поэтому нам не удастся сильно запутать ее. Вот такое тело у нас получилось с вами. Давайте сравним по размерам его с головой. И вот как будет примерно выглядеть наша будущая мама-свинка. В следующем видео я вам покажу, как вязать ручки, ножки и как сделать сборку игрушки. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Вяжите с удовольствием! До новых встреч!